Значит, 3 дня назад президент Путин пригрозил правительству роспуск. В любой стране, в любой политической ситуации это бы стало новостью номер один. Об этом бы сразу заговорили все мировые и не только мировые СМИ. Это сразу вызвало бы политические движения, политические дискуссии, политический переполох. Однако в России последние 3 дня эта новость не стала новостью номер один. Более того, существует заговор молчания по поводу этой темы. Только сегодня «Коммерсант» разразился интервью с Павловским, где он комментирует возможную отставку правительства Медведева. Что происходит? Это очень главная и очень странная ситуация, когда такое заявление президента осталось без внимания политиков, осталось без внимания СМИ. То есть мы думаем, что существует какой-то заговор, где эта тема просто невыгодна той группе лиц, которая находится и группируется вокруг Медведева. И они старательно эту тему замалчивают и пытаются спустить на тормозах. Это очень странная ситуация, когда президент оказался беспомощный и оказался в кольце какой-то изоляции, в том числе от средств массовой информации. Я думаю, что это тема, которая должна быть первой, которую все должны обсуждать уже 3 дня. Вот все.